И это не единственная телепремьера. В праздничный день 8 марта на нашем телеканале выйдет новая серия программы «Свое ТВ рекомендует». На этот раз мы расскажем о пользе кедровой бочки. Наша съемочная группа заглянула в Центр здоровья и красоты Прасковья и познакомилась с уникальной фитопроцедурой «Кедровая бочка». К слову, ради нее попасть в здравницу стремятся не только горожане, но и гости Березняков. Доказано. Паровые процедуры в этой мини-сауне оказывают благоприятное действие на организм в целом, способствуют укреплению здоровья человека. А еще мы расскажем о суперпопулярном массаже. Так что, если вы до сих пор сомневаетесь, что подарить своей ненаглядной, будьте уверены, сертификат в Прасковью станет самым желанным сюрпризом. Новую серию программы «Свое ТВ рекомендует» можно будет увидеть в Международный женский день 8 марта.